Моя сестра Франсуаза была настолько живой, подвижной, яркой, что очаровывала всех. Как жаль, что ее нет со мной, что судьба забрала ее у меня. Такая глупая авария. Она погибла. Это моя боль. Я долго не могла говорить об этом, но время идет. Я помню, какая она была красавица. Эта Франсуаза должна была стать актрисой, а не я. Но судьба выбрала меня. Ощущение свободы у любого человека идет с детства. Все лучшее и негативное в нас заложено с младенчества. Конечно, я не помню, что происходило со мной в грудном возрасте, но хорошо помню юность. Мои родители никогда мне ничего не запрещали. Они позволяли мне самостоятельно думать и принимать решения. Когда я захотела покинуть родительский дом, мне было только 16, а во Франции совершеннолетие наступает с 21 года. И, конечно, родители могли меня не отпустить. Но они отпустили. Я объяснила, что хочу начать самостоятельную жизнь. И они мне поверили. Возможно, такое отношение родителей и дало мне возможность развивать в себе независимость, ответственность и быть внутренне свободной. У меня есть дом в Нормандии и прекрасный сад. Это удивительное чувство сажать цветы, ухаживать за ними. Когда я занимаюсь своим садом, то нахожусь в полной гармонии с собой. Но не надо думать, что эта красота дается легко. Работа на земле – тяжелый труд, но то, что получается в результате, того стоит.